Привет, давай готовить вот такую классную закуску, которая украсит твой новогодний стол. Такие красивые, съедобные, нарядные елочки очень легко готовятся. К отварным яйцам, натертым на мелкой терке, добавляем соль, перемешиваем. Грецкие орехи пробиваем в крошку в блендере и добавляем сюда же. Копченую курицу натираю на мелкой терке и отправляю сюда же. Также добавляю перец и майонез, хорошо перемешиваю, и начинка готова. Мелко нарезаю укроп. Также нужны печеньки-крекер, классические или с сыром, без разницы, только не сладкие. И зерна граната для украшения елочек. А сам процесс очень простой. Елочки делаем так, как показано на видео. Обваливаем каждую елочку в укропе, устанавливаем на крекер и украшаем гранатовыми зернами. Сверху можно сделать красивую звездочку из сыра или из морковки или из огурца, из чего вы желаете. И в итоге у вас получатся красивые новогодние съедобные елочки. Я надеюсь, вам такой рецепт понравится и вы поставите ему лайк, чтобы его не потерять. Подписывайся на мой канал, на нем много вкусных, классных, легких рецептов. Вот такие красивые, вкусные новогодние елочки у вас получатся по моему рецепту. Приятного приготовления и аппетита! Спасибо за просмотр!